Сегодня у нас в гостях актриса русского театра Наталья Дымченко. И, конечно, ей хочется задать совершенно откровенные вопросы, которые, в принципе, другому человеку ты и не задашь. Наташ, да? Это правда, что Данила Козловский сейчас встречается с Лизой Боярской? Это правда? Это правда. Это правда, что Кирилл Кяр, знаменитый нюхач, Кирилл Кяр, он зарабатывает 100 тысяч евро за один съемочный день. Это правда, что вы и Анджелина Джоли были лучшие подруги? Конечно. А вот это правда, что жизнь актера – это какие-то бесконечные, ну вот, интервью, фестивали, фейерверк, шампан? Да, да, да. Вот как приятно, что пригласишь актера, и он тебе правду скажет.